есть иное, которое живет в членах наших, в костях, которое не повинуется имени, крови и авторитету Иисуса Христа. Вы знаете, что это, церковь? Это плоть твоя, живущая внутри тебя, рожденная дьяволом, когда человек упал. Дьявол никогда не пользуется ничем другим, как только плотью, и через плоть он уничтожает твою жизнь. Запомните еще одну единственную вещь. Дьявол никак не может подойти к тебе. Никак. Никогда. Ни через тело, ни через душу, ни через твою, ни через твой дух он не может добраться. Единственный метод коммуникации дьявола с тобой — это та плоть, которая живет внутри тебя, которая тянет тебя, даже не вовлекая дьявола на те вещи, которые, может быть, ты даже сам ненавидишь. Она влечет тебя, которая оккупировала все сферы жизни, характер, волю, эмоции, нашу жизнь, все наше существо, наше понимание и разум. Родные мои, я вам серьезно скажу, мы настолько с вами слиты с этой плотью. Это такая зараза, которую ты будешь гнать во имя Иисуса, она глухая. Ты будешь указывать ей на дверь, она слепая. Она просто делает то, что ей хочется делать в твоей жизни. И когда ты очнулся, ты влит всем своим существом, всеми моими мыслями, всей моей жизнью. Я ненавижу и продолжаю делать. Что это? Когда я согрешал, я был как скот. Каждый раз она перекрывает тебе кислород. Всякий раз, когда ты чувствуешь, что ты приближаешься к Богу, кто-то ловит тебя и уничтожает. Кто это? Плоть! Потому что мы не знаем, что с ней делать. Греховная плоть не нуждается в дьяволе. Она сама справится с тобой. Плоть — это единственное препятствие между тобой и Богом. Потому что плоть — это единственный продукт в теле человека, который Бог не создавал. Родные мои, единственная вещь в нашей жизни, которая даже может коснуться плоти, это твой рожденный дух. Но я хочу задать тебе другой вопрос. В каком состоянии твой рожденный дух, когда последний раз он ел? В каком состоянии твой рожденный дух, когда последний раз он ел? Это твой рожденный дух. Это твой рожденный дух. Это твой рожденный дух.